Маленькая царапина. Вам повезло. Пуля срикошетила от железного креста, которым наградил вас Адольф Гитлер. Хорошо. Спасибо, старший лейтенант. Можете идти. Спасибо. А теперь к делу, полковник. Я требую, чтобы вы усилили охрану объекта. Я уже отдал необходимые приказания. И принесите мне форму обычного солдата. Я не отказываюсь ехать на объект. Но в форме генерала я как живая мишень. Вы свободны. Совсем близко. Откроет огонь. Ты слышишь? Поняла меня? Правда, пора. Меня девчонки на 15 минут отпустили. Если опоздаю, загоняют по лесу. Когда мы увидимся? Ну, я не знаю. У нас командир очень строгий. Это да. Кать, ваша зверь. Может, вечерком здесь, ну, в 11. Люсь. Товарищ командир, Лёшку убили. Ты же сразу меня узнала. Помнишь? Лето. Светлогорск. Помнишь? Только не надо кричать. Мы оба погибнем. Сволочь. До сих пор не верится, что это действительно ты. Развяжи меня. Ну да. А ты драться будешь или убежишь? Катрина, в конце концов я перешел через линию фронта. Мы на нейтральной полосе. Я не просила тебя приходить. Зачем ты пришел? Ну развяжи меня! Ну хватит, прекрати. В конце концов, не я один виноват. Ты меня бросил. А теперь война, и ты враг. Что ты теперь от меня хочешь? Thank you.
ты все забыла? Все помню. К сожалению, все помню. Как забыть труса, который обманул девочку и сбежал? Я? Нет, я! Я писал тебе? Ты уехал. И даже не попрощался, сбежал. Катя, я написал в записке свой адрес. Ни одному мужику теперь не верю ни единому слову. Потому что ни один мужик ничего не стоит после тебя такого. После всего, что было. Что Сашенька, что же мы с тобой наделали? Мне страшно. Мне тоже. Ich liebe dich. Что? Я тоже люблю тебя. Стали взрослыми. Давай, стреляй. Я тебя не застрелю. Не знаю почему. Но советую не шевелиться. И не пытайся встретиться со мной, потому что в следующий раз у меня хватит силы убить тебя. Не веришь? Нет. Ну и зря. Не верю. Не двигайся! Не шевелись. На, habt ihr Spaß gehabt? Повеселились? Не жалко вам было? Совсем юный мальчик был. А для меня все русские одинаковы. Молодец, Арни. Правильно. На сегодня достаточно. И помним, что наша основная цель — русские девочки. Фрау Глазки. Что-то их не видно. Может, нас просто пугают? Не пугают, они есть. Ничего, мы еще поймаем их в свои прицелы. А теперь в гарнизон и готовьтесь к ночному выходу. Я прогуляюсь в сторону Алекса. Чего у тебя, телятник? Товарищ капитан, разрешите обратиться. У нас потери. Чего? Погиб рядовой Пронин.
доложить подробности гибели. Ходил на плотину. Просматривал возможные пути подхода. Приказ твой был? Так точно. Опытный боец нарвался на снайперов. Ты черт. Что же это еще? К делу не приступили, а у нас уже потери. Готовь приказ о награждении. Я подпишу. Есть. А и он тебе. Учителей привез. Знакомьтесь, товарищи. Николай Телятник, командир особой группы разведки. Шукур Хаджаев, альпинист-инструктор. Владимир Лишенко, сапер. К занятиям приступить сегодня же. Результатов жду в кратчайшие сроки. Есть. 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 Ну и рассели, товарищи, и веди в курс дела. Заводи. Приступайте, товарищи. Ребят, у нас тут боец погиб, так что, ну, сами тут разберемся. Понятно, нам пожрать да сполоснуться. Там ребят подскажут. Ельников, Шишмарин, Логинов! Помогите, ребят. Угу. Так, ребят, давайте ящики вниз. Аккуратней только. Значит так, вот это вот страховочная обвязка. На ней здесь карабин. За него мы крепим эту петлю. Вяжем ее узлом прусика. При спуске вниз за узел рукой не хвататься. Направлять его сверху вниз плавным движением руки. Цепляем его сюда. Муфту надо завинтить. Но это тому, кто жить хочет. Всем все ясно? Че, все так просто? Просто, просто. Ну-ка, Логинов, за мной. А че я? Я че рыжий? Отставить разговорчик. Давай, давай, давай. Получимся. Давай, давай, Логинов. Ногу подвернул. Так, показываю, в чем его ошибка. Значит так, разведка, мы тут не в бирюльки играем. Внимательно слушаем и запоминаем. Он держал веревку вот так. А надо вот так. С настоящей высоты упадете, как он, подвернутой ногой не отделаетесь. Учить вас буду, пока всех не научу. Ясно? Так точно. Стоять! Руки вверх! Алекс, это я. Не застрели своего лучшего друга Гюнтера. Отличная реакция. Надо будет мне также потренироваться в кусты прыгать. А если бы я выстрелил? Спасибо, что пожалел пулю для товарища. А почему ты на моем маршруте? Захотелось прогуляться. Много наколотил? Пока ноль. Но ты же стрелял? Я думал, снайпер в засаде. Но, похоже, это был какой-то зверек. А что у тебя? У нас с Арни и Вольфом один на троих. Так поиграли, как в тире. Но я, кажется, вычислил Лёшку русского снайпера. Где? Так я тебе и сказал. Мы же с тобой поспорили на лесную ведьму. Так что извини, Алекс, но каждый сам за себя. Ясно, Гюнтер. Ты всегда был сам за себя. Это обвинение, друг мой? Там, в Светлогорске. Почему ты тогда не передал Кате мою записку? Ты о чем? Не притворяйся, Гюнтер. Алекс, я только что узнал. Почему так срочно? Не знаю. Приказ Майера. Мы срочно выезжаем вместе с отцом. Гюнтер, у меня к тебе просьба. Алекс, все, что захочешь. Я Катрине записку написал. Передай. И вот это. Она их любит. В записке я ей все написал. Я знаю, ты читать не будешь.
Гюнтер, передай сегодня же. Передам, не волнуйся. Это сколько лет назад было? Чего ты сейчас-то вдруг об этом? Я просто вспомнил. И почему ты решил, что я не передал? Догадался. Я написал в записке свой адрес, она бы ответила. Алекс, считай, что я спас тебя тогда от глупого поступка. Ты был по уши влюблен. И в кого? В кого? В большевичку. Ты сын барона, настоящий ариец. Ты помнишь, что ты там написал про фюрера? Значит, ты прочитал. Алекс, друг, я не мог позволить тебе это. И все-таки это подло. Тихо. Не важно, что я об этом думаю. Важно, что про тебя в твоем досье было бы написано. Таким образом, ты старший лейтенант только благодаря мне. Можешь сказать спасибо. Так точно. Мне нужно прогуляться. Письмо мог бы передать. Ты такой наивный, Алекс. Гюнтер. А ты думала, Алекс? Чудес не бывает. Похоже, ты прав. Добрый вечер. Он просил передать. Это все? А что еще должен быть? Может быть, он что-то сказал? Он просто просил передать. Я так понимаю, прощальный подарок, знак дружбы. А ты ничего не забыл? У меня память хорошая. Видимо, у него не очень. А почему все так быстро произошло? Почему они с отцом так быстро уехали? Наши войска вошли в Польшу. И мы должны быть дома. Я тоже уезжаю. Завтра. Так что прощай, Катрин. Auf Wiedersehen. Прощай. Игрушку твою посмотрел, все в норме. Ствол меняет рано еще. Ешь, ешь давай. Угу. Ты что-то смурная какая-то, девчонка, а? Дядь Гош, а ты сколько войн прошел? Ну, считай, это четвертое. А скажи, встречал такое, чтобы кто-нибудь когда-нибудь на войне врага полюбил? Тебе-то зачем? Просто интересно, бывает такое в жизни или нет? Ой, девонька, в жизни чего только не бывает. У нас, я помню, в Царицыне еще в гражданскую было. Ну, правда ли, нет, но болтали, что якобы какой-то вот наш комиссар полюбил ихнюю эту благородную дамочку. Каждый вечер в гости, значит, к ней. А враг тут при чем? При чем? А потом, уж там врали по-разному. Кто говорил одну баржу, который три баржи набрал дворян и в Волге утопил. Якобы вот вместе с ними утопла и семья этой дамочки. А потом, видишь, его нашли связальной спицей в глазу. О как! А счастливые истории знаешь? Да сколько хочешь. Мы сколько здесь? Еще двух недель не прошло, да? А Людька наша уже обзавелась кавалером. Да к тебе разве не подбивали клинья мужики-то, а? Офицера! Так полковник же один был, а? Мне не нужны мужики. Спасибо. Ай, я не поела путем. Да что ж такое? Взрывчатку закладывайте везде. Через каждые 20 метров. Я предлагаю сделать центр управления подрывом в километре от плотины. Там есть бункер. Хорошо, майор.
кабель с зарядами тащите под землей на глубине 1 метра. Но мы все равно сделаем дублирующую систему, которая будет главной. Но это пока секрет, о котором я расскажу позже. И помните, за утечку информации расстрел. Значит, так. Времени у нас мало, а вас много, поэтому говорю один раз. Кто не запомнит, тому... Леденец? Вообще-то это гроб. А ты в чем думал, саперов хоронят? Что ваш персональный? С собой носите. Смешно, смешно. Я вот смотрю, у вас тут 15 человек. На задание должны пойти 10. А пяток из вас точно в этой коробочке поместится. Особенно после вот этого. Теперь к делу. При такой мощи подрыва они, скорее всего, будут использовать противотанковые мины, что-то типа этого. Сама по себе противотанковая мина не представляет опасности, если ты, конечно, не танк. Обезвреживается очень просто. Выкручивается взрыватель. Аккуратно. Выкрутили и выбросили. Ну что, товарищи бойцы, кто умеет рукой против часовой стрелки вращать? Понятно. Командир. Да, давай. Давай. Я надеюсь, мин-то учебный? Где же я тебе во время войны учебные мины-то возьму? Ты аккуратнее не дергай. Да, не зря про вас говорят, что шутки у вас как у гробовщиков. А ну, значит, главную шутку нашу знаешь. Какую? А, это... Ну ты даешь! А если бы я сейчас обгадился со страху, это все, конец авторитету как командира. Ну, не обгадился же. И главное, задачу выполнил. Вот это выкрутил, и все, настоящий бабах никогда не произойдет. Так что тренируемся до вечера. Кто следующий? Можно я на 15 минут отойду? Давай. Так, бойцы, следующий кто? У вас сейчас по расписанию занятия. Я на 10 минут отлучилась в штаб. Возвращаюсь, вы слоняетесь без дела. Где ефрейтор Соколова? Кать, ты лучше скажи, когда у нас работа будет, а? Она уже идет. Капитан Субботин приказал мне выделить группу для совместных действий с разведчиками. Ну все. Я еще раз спрашиваю, где ефрейтор Соколова? А из нас в разведку кто первый пойдет? Отставить мне зубы заговаривать. Вы что ж думаете, я ничего не вижу? Не понимаю, что она себе хахаль завела? Я понимаю, у девки ветер в голове. Вы в состоянии за ней присмотреть, нет? Ну ладно, но влюбилась девчонка. Не время и не место. Все, я здесь, я жду. Давай. Разрешите встать в строй! Не разрешаю. Таня и Вика, 2 часа времени на подготовку к выходу. Ефрейтор Соколова со мной на занятие. А почему? Отставить? Есть! Идите. Кать, ты чего? Люся, а что происходит? Вы тут без меня совсем от рук отбились? А что я? Ты пропадаешь, на охоту ходишь, а мы здесь только тренируемся. Мы когда на задание пойдем? Когда прикажут, тогда и пойдем. Война, Люсенька. Ты тут шуры-муры развела? Заметила. Тут дураком надо быть, чтобы не заметить. Он ржет, как конь, ты топаешь, как слон. Кать, что? А ты что такая нервная? Случилось что?
Ничего не случилось. Ладно, прости меня. Это он там? Ага, понятно. Ефрейтор Соколова! Я! Быстро взять винтовку и на занятие. Может, не надо? Отставить! Хочешь быть моим вторым номером? Бери винтовку и на занятие. Есть! Еще раз увижу у нашей казармы, хозяйство отстрелю. Не будет мешать, когда будешь по-пластунски на другую сторону перелезать, понял? Так точно. Иди. Иду. Я приготовил ужин. Все еще злишься на меня? Ведь прошло 6 лет. Гюнтер, я не злопамятный. Но ты мог бы сказать, что не отдал записку. Ты уехал, а потом у меня начались свои дела с отъездом. Суета, суматоха. Куда ты ее дел? Не помню, скорее всего, выбросил. А почему ты вдруг это вспомнил? Так, неважно. Я тоже иногда то лето вспоминаю. Там я познакомился с некоторыми интересными людьми. С какими? Я же говорю, с интересными. Гюнтер, портрет. Спасибо. Спасибо вам, господин Майер. Скажи, Гюнтер, вы с Алексом фон Фоссом общаетесь с дочкой русского конструктора Сергея Родионова? От вас ничего не скроешь, господин Майер. Работа у меня такая. Я слышал, Алекс в дочку Родионова влюбился. Это очень плохо. Согласен. Зато это может нам помочь. Нам? Да. Нам с тобой. По-немецки думать, по-немецки чувствовать, по-немецки действовать за тысячелетний рейх. Я правильно сказал? Нам? Так точно. Только в чем это нам поможет? В одном очень секретном деле, которое я хочу тебе поручить. Оно как раз касается отца этой русской девочки. Может, тогда лучше поговорить с Рихардом фон Фоссом? Это помеха, а не друзья. К тому же барон фон Фосс отказался помогать мне, скажем так, в щепетильных делах. Ненавижу весь этот интеллектуальный сброд. Надеюсь, ты не из этих? Я понимаю. Я вас слушаю, господин Майер. Я тебя посвящу в подробности плана, но об этом не должен знать никто, тем более Алекс. Закрой дверь поплотнее. А теперь слушай и запоминай. Вы можете мне довериться, я вас не подведу. Спасибо твоему отцу, Алекс, что он нас привез тогда в Светлогорск. Ты, наверное, тоже ему благодарен. Уже не уверен. Не уверен, что был в Светлогорске в 39-м году. А что было в 39-м? Много интересного. Прекрасные девушки. Но мной они не очень интересовались. В отличие от Алекса. Была одна крошка. Ну что, парни, у Алекса пропал аппетит. Кто разберется с его порцией? Я. Ну тогда делите. Старшего лейтенанта Шмидта генералу.
Так точно. Марин! Алло! Если он сразу с этой станции посчитал снимки моими. А здесь у нас... Товарищ капитан, старший лейтенант Телятник по вашему приказанию прибыл. Проходи, садись. Значит так, Телятник. Руководство, слышь, руководство, оно поручило нам добыть языка. Ага. Ну и мне информации нужно больше. Наконец-то. Хоть делом займемся, а то ребята уже засиделись. Только мы языка этого нужно брать. Из офицеров, что на плотине работают. Справитесь? Когда выходить-то? Вот. А выход и план операции обсуди с Родионовой и снайперами. Товарищ капитан, а может, сами, по-тихому, туда-обратно? Телятник, на этой плотине работают и их снайперы. Тебе Бронина мало? К тому же нужно... наработать взаимодействие с Родионовым. И без вопросов. Ясно? Ясно. Есть отработать выход со снайпера. Разрешите идти? Иди, Телятник. Так, еще раз. Шлюзы, гидры и след. Ты со своими шуточками. А что, Катя? Не среагировала на сухую ветку. Потеряла контроль над пространством. Смотришь в одну точку. Бирюльки взяла? Пошли. Готова? Угу. Закрываем глаза. Открываем. Время пошло. Так. Бочонок с пуговицей поменял местами. Ага. Болванчика сдвинула. Угу. И карту подвернула. Ай, молодец. А ты, ведьма, хитрющая вещь, ты что-нибудь придумаешь? Слушай, Люся, я хочу тебя определить в группу прикрытия разведки. Угу. Пойдешь с Таней и Викой. Угу. Я думаю, что разведка сама обернется, но так будет надежнее. А ты? А я на охоту. 10 минут для маскировки. Найду, останешься старшей по казарме. Шагом марш. Время пошло. Зачем здесь? Катрина, ты прекрасна. Ты удивительна. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Замолчи.
Я не знаю, что мы натворили, но ты немец. Уходи, уходи. Ну и что? У нас мир и дружба. Сколько всего там этом говорили и хлопали. Ты не понимаешь. Мой отец конструктор, он член партии. Я комсомолка. Мы, конечно, все интернационалисты. Но ты представляешь, что скажут на заводе? Ты представляешь, что скажут в партячейке? Ты представляешь, что скажут в обкоме партии? Представляешь или нет? Уходи, уходи! Ты сама сказала, мы интернационалисты. Катрина. Я, конечно, не пролетарий. Больше того, я барон. Александр фон Фосс. Барон. Ну да. Мой Сашка. Мой Саша. Мой барон. Как же быстро у нас с тобой все случилось. Я не знаю, что будет дальше. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Катерина, ты здесь? Папа! Скорее! Сюда, сюда! Пап, я дома! Спокойной ночи, пап! Прошу тебя, уходи. Я не могу. Я люблю тебя. Уходи. Я хочу остаться. Мы завтра с тобой обо всем расскажем папе. Ты согласен? До завтра. Уходи. Я очень люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Уходи. Сергей Сергеевич! Откройте! Срочное дело! Ну, говори. Диверсия. Что? Кто-то в третий ангар залез ночью. Третий? Взломали, что ли? Нет, просто замки открыли. Караульный со склада ГСМ увидел какие-то тени. Поднял тревогу. Когда наши прибежали, там уже никого что не было. Что с пушкой? Что-нибудь пропало? Похоже, что нет. Пушка на месте. Кажется, пытались прицел открутить. Так их прогнали. Мой прицел? Четверку? Вроде как. Скорее всего, они только начали, разбирались там, но так ничего и не взяли. А что, караульных не было у ангара? Так вчера в столовой сразу 4 человека отравились. Людей не хватало. Вот на эту ночь и сократили 2 поста. Время. Отравились, сократили. Как такое вообще могло быть? Да непонятно. Остальные, кто ели, живы и здоровы. Может, они выпили чего-нибудь? В ГПУ Ждановичу сообщили? Сразу же. Жданович уже там. Вас ждут. Ну ладно, иди. Я скоро буду. Пап, что случилось? Ты мои ключи не видела? Какие, от дома? Нет, со службы. Большая связка. Там ключи от кабинета, от ангаров. Так ты же их всегда с собой носишь. Вот похоже, что не всегда. Кажется, я их вчера в ящик стола положил. Куда они могли деться? Я их не трогал, ты тем более. Посторонних в доме не было. Russische Scharfschützen. Русские снайперы беспрепятственно стреляют у вас под носом. Как вы уже знаете, сегодня пуля попала в меня. Что скажете? Виноват, господин генерал. Я не принимаю ваши извинения, старший лейтенант. Я требую от вас уничтожения снайперов. Я требую от вас выполнения тех задач, ради которых вас сюда поставили. Так точно. Возьмите. Это вам напоминание обо мне.
Вон отсюда. Кать, пожалуйста, я только на пару слов, туда и обратно. Вот выполните задание, тогда и встречайтесь со своим телятником. Ну, пожалуйста. Пулей туда и обратно, слышала? Пулей! Ох ты, господи. Опять к своему полетел, да? Ага. Истинный снайпер. По командирам работает. Не в том месте работает. Тебе чего, дядь Гош? Катерин, ты нынче где-то вот здесь будешь охотиться, да? Ну да. Я там два местечка приготовила. Ты, главное, девка, смотри. Будь повнимательней. Если против вас там каких-то особых снайперов прислали... То я их убью. С тобой все нормально? Все хорошо, дядь Гош. Wie schaut's aus, Alex? Sollen wir heute mal zusammenarbeiten? Может, сегодня поработаем в паре? Eher nicht, Günther. Нет, Гюнтер. Du weißt, ich arbeite lieber allein. Ты же знаешь, я привык работать один. Seit wann das denn? С каких пор, мой друг Алекс? Во Франции мы отлично работали вместе. Das Ganze ist zwei Jahre her. С тех пор прошло два года. Ты очень изменился. Der Krieg hat uns alle verändert. Эта война всех нас очень изменила. Tut mir leid, Günther. Извини, Гюнтер, но я пойду один. Алекс, der General verlangt endlich Ergebnisse. Генерал требует от нас результата. Ты нарвешься на крупные неприятности. Ой, девочки, я вас разбудила. Да ты ж тупаешь, как слон. Тебе еще повезло, что Кати дома нет. Она бы тебе всыпала по первое число. Да, она мне вчера и так загоняла. Мало загоняла. А что я? Может, у меня любовь? А если Катька мужиков ненавидит, я-то тут при чем? Да мы все здесь при чем. Мы все здесь при чем. А ты бы трепалась поменьше. Чтобы подруги так говорили. Нехорошо. Значит, в мою судьбу лезть это можно. Ой, молчи! У Катюхи что-то страшное в жизни произошло. И то, что мужчина в этом виноват, я знаю. Что произошло, мне неизвестно. Но Катюха наш командир. И командира нашего не трожь. Угу. Девочки, в моей судьбе еще ничего такого с мужчинами не случалось. Я в Катькину судьбу не лезу. Так вот, пусть и она в мою тоже. Ой, не... Люсь, все, хватит! Мы тебя сегодня гонять будем. Ой, спи давай. Спать нормально не даст. Спать не дает. Что-то мы не стреляем, и русские не стреляют. Подожди, скоро стрельба такая будет, не приведи Господь. Что-то обед не везут. Не везут, сейчас привезут. Ты когда спишь-то вообще, Катерина? Вот когда на точку прихожу, там и сплю. А чего ж нынче-то не пошла? Подумать надо. Позицию мою уже засветили, а генерала я не сняла. Ты что ли стреляла? Промахнулась, что ли? Я не промахнулась. Я попала. Ну? Ну и штаба фронта сообщили, что генерал жив. Так ты ж вроде в голову всегда бьешь. А в этот раз не получилось. Чего? Помешали. Кто-то из них в меня стрелял. О, Господи! Ой!
плюзу!